Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. За неделю до конца срока заплачено 60% суммы имущественных налогов. Поступило около миллиарда из необходимых полутора, сообщает налоговая служба. Активнее всего налоги платят владельцы автотранспорта. Они перечислили в бюджет 65% от суммы транспортного налога – 670 миллионов рублей. Поступление налога на имущество физлиц – 61%, земельного – 59%. В случае неуплаты за каждый день просрочки начисляется пение 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы. Кроме того, налоговики будут обязаны обратиться в суд. В этом случае должнику придется оплатить пошлину 200 рублей и исполнительный сбор минимум 1000. Кроме того, должник может столкнуться с ограничением выезда за пределы страны. Программа «Экономика». Резидентов ТАСЭР освободят от налога на имущество. Кировские власти сделают это для привлечения инвесторов. В регионе статус территории опережающего социально-экономического развития получил город Вятские Поляны. Сейчас три компании, которые работают в местном промпарке, выразили желание стать резидентами ТАСЭР. Это их обяжет создать в первый год работы минимум 10 новых рабочих мест и вложить в предприятие 2,5 миллиона рублей. Государство же поддержит бизнес нулевой ставкой налога на прибыль в течение 5 лет. Кроме того, с 30% до 7,5% будут снижены на 10 лет тарифы страховых взносов. На региональном уровне планируется снижение ставки налога на прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Экономика на 101 FM. На поддержку предпринимательства могут дополнительно направить 40 миллионов. Заявку в Минэкономразвитие страны на 2018 год кировские финансисты уже направили. Деньги могут быть получены на развитие инфраструктуры, поддержки субъектов предпринимательства в области промышленного и сельскохозяйственного производства, на поддержку тех, кто работает в моногородах, на содействие развитию молодежного предпринимательства и на другие направления. Всего в 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Кировской области планируется направить 44,5 миллиона рублей, в том числе 40 миллионов из федерального бюджета. В завершение в валютах: доллар сегодня 58 рублей 53 копейки, курс евро 69.33. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.